плюс нож, помните, мы с вами его вели, да, то есть это не просто так. То есть вот с этой руки такой хороший удар в голову. Раз, раз, раз. Уход с линии атаки. Если человек в куртке, телогрейке, в бронежилете, да, вот эти все удары, бронежилет, в тулуп. В тулуп. Если это нож, ладно, у меня короткий. Если вот такой будет короткий нож, бесполезняк. Да. То есть, соответственно, с коротким ножом, если человек в плотном тулупе, большой, да, ну, сложно с ним работать. В любом бронежилете, в любом этом самом, у нас есть руки. Подрезаются подмышки, шея и вот это самое невидное движение. То есть вот обрезаются сухожилия. То есть когда человек идет на нас реально с движением, да, то есть мы вот раз, подрезали сухожилия, шея, все. Больше ничего не нужно. Ну это я так показываю, что непрерывно рука движется. Невидное абсолютно движение, то есть если мы не успели руки поднять, вот скрытое положение ножа, да, атаки уходим, вот, раз, раз, все. Вот, поэтому, вот с учетом этого, соответственно, когда сейчас будем работать, да, то есть стараемся вот такие движения не делать, это такие улично-тренировочные, а все-таки делаем уже правильно. То есть, соответственно, если человек будет пытаться руками просто уходить, ну, пытаясь ставить руки под нож, там, закрываться как-нибудь, стоп, вот он поставил руку, да, видите? То есть, реально, если у меня в руке нож, вот, раз, раз, пытайся как можешь закрываться от ножа, вот, раз, раз, ну, пытайся несколько раз позакрываться. Стоп. Вот двумя руками, да, человек хватается. Вот. Раз. 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 А ты здесь пытаешься второй рукой минуты нас схватить. Да, вот. Пытается человек схватить, да, нас. Раз. 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 Вот эти порезы, непрерывная работа, она не позволяет реально вот раз. 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 Не позволяет медленно веди руки. Пытается, вот когда человек вот так пытается брать нож, да, то есть смотрите, мне достаточно чуть-чуть поднять вверх лезвие, оно вот здесь уже будет торчать в реальном ноже. Все, ладно, спасибо. Для тех, кто хочет не только смотреть ролики, но и научиться, мы подготовили полноценный курс занятий. Переходите по ссылке под видео на наш сайт, чтобы подробнее ознакомиться с содержанием курса и записаться.